Так вот, как его заразили! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные видосики по скибиди туалетам. На этот раз, ребята, зомби-апокалипсис, сезон 6, но тут есть две дополнительные сцены. Так что, ребята, обязательно лайкосик, залетай в телеграм, уведомления плюс расписание. Ссылочка будет в описании. Погнали смотреть! Так, о, это у нас обычный дрельман. Да, я помню, как он сражался, но он проиграл. Так вот, как его заразили! И смотри, смотри! Он чисто приказал ему сбежать. Ты видел? Офигеть. Вот это, кстати, было круто. Ну, я так и знал, в принципе. То есть, чумной доктор специально вот выбрал его, чтоб он немножко и контролировал, давал указания зараженным. Ну, в общем, помогал. И, как ты видишь, и играл двойную роль крысы. То есть, в конце, ты помнишь, да? Что он делает? Он на Вантусмена просто ствол так... Ну-ка, чувачок, ты чё? И это непонятно, что там дальше будет. На самом деле, вот этот фанмейт очень-очень интересный, друзья. Прям действительно. Они большие молодцы. И отсылочки различные делают. Это очень круто. Блин, спикервумен, ну как ты с такими крысами, блин? Почему? Почему спикеры тут реально мародеры? Чисто против всех теперь они. Так не добьешься успеха. Чисто прикинь арену. Блин, гладиаторскую какую-то. Какие-то пистолетики там, по-моему, я не помню, кстати, были, нет? Какие-то неинтересные там были. Вот что у него, кстати, за крест такой на груди зеленый? Почему спикер там что-то делает? Типа он против был? Чем спикеры другие занимаются? О, какой. Какой красавчик, а? Ну посмотрите на него. И первым сожрал же. Опс, ням-няма. Ням-няма. Да, вкуснятина. Офигеть, как он передвигается. Как доктор Октавиус, да. На ему. Все, готов. Your enemy is not the alliance, but the virus. You have to unite together for a common victory. Так, а у меня субтитры, ребятки. Ну, в принципе, ладно, мы тут, в принципе, понимаем то, что он говорит. Спикеры выживут в этой войне. Короче, он говорит то, что это не надо против друг друга сражаться. Вот это очень тут крутой переход. Опс. Трямсик. Забрал ядро. Хорош, братик. Титан. Экзоскелет еще взял. Ну это очень круто, конечно. И этот сейчас тут будет. Это капец, спикер такой заходит. Тин-дин. Куда ты жмешь? Этот чувак, конечно, капец выносит, посмотри. Опс. Ну он вообще чё даёт, а? Вот это сила, вот это мощь. Да, давай, братишка. В портал. Типа, чё ждёшь-то? Let's go. Вот это вообще клёво, мультивселенной. Боже мой, смотри просто, сколько их там. Круто, скибиди варс. Ай, блин.
Вот ты зараженный Дрельман. Хорошо, хоть не вторая его версия, потому что им хана бы была. Не, модельки очень крутые. Очень крутые, смотри какие. О! Ты не сбежал! Убей его! Офигеть, чумной доктор. Хорошо, хоть тут субтитры завезли. Это прям вообще шикарно. Что? Новая рука? У тебя теперь новая миссия. Ну, в принципе, что я субтитры читаю, вы и так видите. А, ну тут и немного было. Блин, и все? Офигеть. Ну, я немножечко подофигел, конечно. У него чисто рука из каких-то прутьев таких. То есть еще и меняет форму. Это, конечно, они круто придумали, боже мой. Как там дальше будут разворачиваться события, это можно, конечно, предполагать, но кто знает, кто знает. Ну раз тут Дрельман, значит будет, да, у нас и Клокман, который вообще с этой силой будет останавливать всех. Кто знает, кого мы там еще дальше увидим. Но это круто. Что он объединяет вот этот фанмейд, другие различные фанмейды. О, ядро выпало. Астротуалетов, оказывается, можно победить. Боже мой, я честно, я был в шоке, когда в оригинале действительно... Мы увидели, что G-Man справился. Ну реально, если бы они один на один сражались бы, никакой подмоги не было бы, Астротуалет бы сдох. Офигеть. И там пришел какой-то крутой красный Астротуалет. Вот эти пришли. Все, убегает. А знаешь, почему он убегает? Потому что пришел вот этот телевизор, который управляет ТВ-мен. Он специально дал ему команду уходить. Сральничек. Но вот этого я не ожидал, серьезно. В плане, что он, смотри, пушку сейчас. Вот что это такое? Как это объясняется? Другим, что ли, тоже промыл мозги. Фиг его знает. В общем, скоро увидим, что там будет. Ребят, обязательно поставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, уведомления плюс расписание. Бай-бай, дорогие братишки.